Вот вы упомянули великих. Я о чем подумал? Сейчас ведь есть на самом деле тоже много, приходится мне беседовать, актеров тоже красивых. Тоже как я, в смысле? Да, конечно. Спасибо. Ну, вы... Или как... Это эталон красоты. Нет, ну это совершенно другая красота. Нет, ну вы такой наш Ален Делон, только гораздо более изысканный и благородный, и безмерно талантливый. Нет, Жень, вы меня не перебивайте. Не загуливайте словами. И действительно, есть много молодых актеров, красивых, очень способных. Нет у них харизмы. Нет у них вот того, что есть у вас, что есть там у Александра Ширвинда, вот того поколения. Объясните, это почему? Это в тоталитарном режиме должны произрастать вот такие характеры. Почему сейчас вот таких не делают уже? Вот у вас есть какое-то собственное объяснение? Когда мы начинали в Октябрьской школе, вы назвали Ширвинда, моего старшего и любимого коллегу и товарища, или кого хотите называть из нашего, с моего курса Этушевского, Саша Збруев, Бортник, Желдин, Виненбойм, Люда Максакова. И всех можете называть харизматичными. Да. Но когда мы были молодыми, то о нас говорили, как вы сейчас про молодых. Но вот почему Качалов такой харизматик, а вот не соглашусь. А Смехов такой маразматик? Не соглашусь. Я, как вот, допустим, так? С вашей старшей не знаком, а с Аликой, ну, пересекался достаточно часто. В ней вот есть вот это, от папы. В ней вот, она же так по поколению... Вы меня прямо... не поняли. Я нет, говорю, и в ней и молодой уже это тоже это чувствовалось. Я не согласен. А, вы действительно не согласны? Знаете, это... надо знать грибные места. Когда вы идете по улице, и на вас крысятся пешеходы, особенно в Москве, то я, как рецепт, предложил бы вам съездить в Коломну или в Пермь. Или в какой-то еще город. Совершенно другое дело. Там Россия. Москва это не Россия, это известно. И это, наверное, нормально. Потому что мегаполис. Нью-Йорк тоже не Америка. Не Америка, Берлин, да. Совершенно никакая другая. Особенно сейчас. Берлин самый молодой центр Европы. Так что это нормально. И вот жена сильно меня моложе. И она тянет меня туда, естественно, понимая, что актеры вообще без возраста люди. Потому что мы вчера играли таких, я сейчас за эти там 7 лет снялся в 12 картинах, а за всю мою жизнь, там 30-летнюю, может быть, в 5. Но меня ваши коллеги уверяли, что и не надо больше, потому что я уже снялся в фильме про Боярского и его товарищей. Значит, это все хорошо, но Галя показала мне, например, пример Эдуарда Боякова, который сочинил сначала «Золотую маску», а когда она расцвела, он ушел и сделал практику. А потом, когда расцвела, он ушел и сделал текстуру в Перми. Это нормальное, это зуд творческого человека прорываться вместе с молодежью каким-то очень интересным рифмом к прошлому. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.